Но, как бы, нам нужно разрешение, наверное. Да мы ни с какой компании, компания музыкантов, вот и все. Мы просто хотим посадить дерево. И у кого нам нужно спрашивать разрешение? Если вообще, знаете, там может телевидение подписаться, что это хорошо, то, что мы сделаем, потому что ну, человек очень известный был, вот, много сделал хорошего. Хорошо. Да, может быть, не в парке Некрасова, а вообще просто в центральном районе, где можно посадить дуб. Он у нас вот сейчас стоит в водичке, нужно его побыстрее уже посадить. И мы сами за ним ухаживать будем. Меня зовут Екатерина Бубкина. Какой адрес у тебя? 7-я Советская. А, адрес 7-я Советская. Нужна адрес? А, нет, не обязательно. Хорошо, и телефон, да? Екатерина Бубкина, дуб имени Сергея Курехина. А телефон 8-964-328-76-38. Я говорю, телефон 8-964-328-76-38. Хорошо, я буду ждать. Спасибо. Мы обязательно посадим этот дуб, потому что мы очень любим, во-первых, сажать деревья, во-вторых, Сергея Курехина. А дети? Его детей? Ну, я не знаю его детей. Или ты о чьих детях? О твоих. Моих? У меня нет детей. Какие дети могут быть? Одни птицы. Вот. Нужно о птицах хотя бы позаботиться. Куда там уже о детях?